refuzul președintelui Republicii Moldova de a-și îndeplini obligația constituțională de numire a candidaturii propuse repetat de prim-ministru constituie o încălcare gravă a obligațiilor sale constituționale și a jurământului depus la investirea în funcție. Есть сегодня ручной Конституционный суд, который выполняет все решения Плохотника. Два. Но Конституционный суд, правильно было отмечено, что был тем органом, который как бы объявил об этих прямых президентских выборах. Плохотнюк Конечно. Готовится на должность премьера. Мы ему не дали стать премьером на прошлых протестах. И сейчас ему нужен был юридический механизм, чтобы отключить Дадона. Дадон остается в стороне, и Плохотнюк станет премьером.